прекрасно воспетая, полны ароматов индийские ночи, индийские дни, словно горсть самоцветов. Там джунгли, там тигры, там вечное лето. О, милая Индия, солнцем согретая! На Красную площадь выходит военный оркестр из Индии, страны, с которой нас навсегда сроднили тверской купец Афанасий Никитин и великий Рерих. К военным оркестрам в Индии всегда относились с особым почетом и уважением, и они всегда являлись гордостью армейских подразделений и полков. На фестивале «Спасская башня» Индию представляет оркестр Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Индии, дирижер, младший прапорщик Суреш Кумар.
вооруженных сил Индии, с дирижером, младшим прапорщиком Сурешем Кумаром завершили свое выступление на фестивале «Спасская башня». Спасибо вам, наши индийские друзья! Счастья, успехов вам в вашем трудном и нелегком творчестве!